Здравенько всем, и собственно сегодня мы посмотрим видосик от Фени, открыл 1000 кейсов CSGO, и зная Фенечку, мы получим, может быть, ножик кейса к 900-му, но не факт, так сказать. Ладненько, приступим. Этот баран. Если не сейчас, то в следующем даст. Вот такая логика. Всегда. Опять. Очередные 50 кейсов. Let's go! Ура! Но в этот раз... Это может это стоить 30. Хорошо! Ему мы повезло. Открытие кейсов, красава! Или нет? Ладно, все, ребят, я думаю, больше кейсы не буду открывать. Что-то в пизду. Ну и нафиг мне кажется. Не, 1000 кейсов. Новый видос по кейсикам. Да. Да, мы снова открыли около 1000 кейсов в Counter-Strike. Это замечательно. И на этот раз я прошу вас не перематывать этот видеоролик, а смотреть его полностью от начала и до конца. Угу. Потому что получился какой-то фильм со своим сценарием и нереальными сюжетными поворотами. Давайте заценим. День первый. Начало. Кстати, ребят, если не видели, вдруг купил новую футболку, сегодня в ЦУМ ездил, как вам? Че там? Пивозавр. Банвор? У нас это на работе. Фоткайте, маме отправлю. Нормально, сфоткайте только. Пиво. Где я практику прохожу? Сфоткала? Что меня со вспышкой фотографирует? Твою мать. В смысле видео снимаешь? Хо-хо-хо! Я надеюсь, это то, о чем я думаю. Да, о чем ты думаешь? Не, Артём, не, это Кока-Кола, блядь. Да, блин. Кока-Кола. Какой? А ты? На кейсы. Твою мать, это настало наше время. Осуждаю всю эту хуйню. 8 кейсов, открыл 8 синик. Если не сейчас, то в следующем раз. Вот такая логика, блядь. Всегда. О, вот это уже стоит. Что там, тебе еще ничего не выпадало нормально, а то отвлекся? Не, нихуя. Ну, пока только калаш. Не, нож выпал, я молчу, просижу. Естественно, там был бор на весь дом. Опять. Бля, вообще нихуя даже не цепляет ничем, чат. Никакого намека. Фас там тогда, открывай и все, что ты... Нет, вот сейчас не хочу. Пиво, пиво, пиво. Что? А ты откуда узнал заранее? Хорош! Я не знал. В такие вещи надо просто верить. Это... Да. Это прямо с завода, походу. Ну, по крайней мере, это очень хороший паттерн. А ты откуда узнал об этом, Артём? Это знак с небес. Ты же там открыл, да? Я! В инвентарь? Нет, пивозавр! Это не может быть совпадением. 7000! Мы окупили открытие кейсов, друзья! Вот калаш за 2, дигл за 7, 9400 из копейки тут тынь, 150, тынь, 150. Мы окупили. Даже больше. Это мой, может быть, теперь талисман? Удачи! День второй. Начало краха. Шляпа! Сейчас второй раз пойдет, так же будет. Сука. Вот так вот. Что-то сегодня казино реально какое-то, ребят. Я вот часто жалуюсь, что типа не цепляет никак. Ебать зацепило, нихуя себе. 2 розовых, 3 розовых. 4 розовых. Сегодня реально какой-то день казино. Ни одно. Вот именно так должны работать кейсы, чтобы я хотел открыть. Вот так, наконец-то они научились и поняли, как это должно работать. Хотя бы показывают что-то интересное. Почему это тромбон, блядь? Все пролетело. Там 3 калаша. 1, 2, 3. Это что, долбанная шутка? И вот он дезер за 7. Что-то они прям совсем жестко наебал. Да, 7 улетела. А я внутри просто умер. Бывает. Ну еще бля, так не хочу под шубу бить, так хочется почему-то ударить. Есть, подожди, бежал. Лол, чё за хуйня? Чел, бля, ты чё рофлишь? Уже забыл про него. Все, и вот нету манекена. Вот это другое дело, бля. Сунду. Ой, и там коллаж. Сбоку. Это, по-моему, мем уже какой-то реально. Опа.
Да футболка пивозавр воняет, она в стирке лежит. Лучше бы воняла, приносила бы удачу. Да. Наоборот, еще больше удачи от запаха. Блядь, давай я приду сейчас в ней надену. Нахуй. Давай, давай, давай. Ну, блядь, я достал. Ну, она не то чтобы воняет, типа просто, блядь. Ну, пивом ее полить и все. Все, погнали. И насытится она силой небесной. Счастливая она или нет. А ну, а ну, а ну, а ну. И сразу же дроп выпадает. О! Заебитался. Да. День третий. Осознание. Вот с этого кейса красная прям топ. Full Injector, Statrek, Factory New. Охуенно было бы. Сейчас слюна потечет. Давай. И все. Вот такой вот поворот. Поворотище. Гейб, ты в чате, да? Ты смотришь, да, стрим? Футболки не хватает. Ну, я знал всегда, я знал. Рычаги там какие-то крутишь, да? Ну, просто. Да иди нахуй, даже ничего не пролетело. Два красных пролетело и все. Блять, еще, сука, он пролетел же, когда я об этом говорил, блять, как будто специально. Больше не пролетает вообще нихуя. Как будто реально специально, блять. Так он такой, ага. Блять, они реально подслушивают, что ли, или че? Ну что-то выпало, кстати, фиолетенькое. Ну хрень, скорее всего. Заходи в снаряжение, меняй все на классическое. Вот ебать, дурак. Типа дай что. Давай, давай, надо показать гейбу. Ты что ебнулся, сколько вкладок? Нет, да. Вообще я пустой, все нормально будет. Да, что вот на классике играем, что нужно какие-то скинчики дать красивые. Можно пожарить? Слушай, идея вообще охуевшая. Смелая затея. И сейчас выпадет шир под трембус. Глупо, ты хочешь сказать. Ну смотри, я все убрал. Давай, давай. Оп, видишь сразу? Глажащий. Причем это первая розовая, единственная вообще. А, даже фиолетового не упало вообще сегодня, блять, представляете? За 27 кейсов даже ни фиолетовое не упало, только одну вот это розовое, все. Ну, бывает. Не-не-не-не. Максим открыл 27 кейсов. И че, выпало? 28 синих. 26 синих, одна розовая. Ну ладно. День четвертый. Начало конца. Очередные 50 кейсов. Let's go! Музыка для эпика. Выпадение ножа, к примеру. Вау, найс называется. Ладно, сейчас подожди, я какой-нибудь ключ куплю. Как открывать под эту хуйню? Там будет дроп жесткий. Так там наоборот должен нож показываться под этот трек. Типа в конце, блять. А-а-а. Так это не так работает. Это должно наоборот на выпадение ебашить. Давай, давай. Давай, 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 давай. Да, бля. О, ну уже получше. Даже хорошие кейсы сегодня скинули, ребята, пиздец. Все равно нихуя не выпало. Вот это дыма. Стой, стой, стой. Вы видели клип? Гребаное дерьмо. Вы видели? Все пять в линейку 5-7. Чтобы ты точно. На этот момент мы уже открыли около 200 кейсов. Одно красное, ноль ножей, ноль перчаток. А только в ключах мы уже потратили около 40 тысяч рублей. Просто вдумайтесь, что можно было бы выбить на эти деньги на MyCSGO. Да так я бы еще использовал промокод MUDIC и получил сверху плюс 40% пополнения. А это уже на секунду. Опа, вот так вот. День четвертый. По-прежнему. Кейсики пооткрываешь? Нет. Как будто хорошая идея кейсы покрутить в КС. Да что ты, черт побери, такое несешь? Согласен с вами, мужики, хорошая идея кейсы покрутить. Что, блядь, ты ж больной, блядь. Сегодня опять всю ночь плакать буду. Ну какие кейсы, ты ров, я ж заплачу. Вы что вы делаете? Короче, крутить будешь до завтрашнего утра. Это такой тупорылый повод, чтобы залудоманить в Counter-Strike, бля, вы что гоните нахуй? Все, погнал. Тут уже не отвертишься. Вы серьезно? Илья Джаз, 23. Абсолютно. Бумсюз, 28. Да вы гонь, 28 тысяч на ебаные кейсы, блядь. За 30 да. минут, блядь, за 20. Все, вот теперь точно, смотрите, посчитаю вам. Хватит, все, никто не донатит. 40 тысяч на кейсы, это, блядь, это вот уже воздух в голове. Это 200 кейсов. Сколько? Ну чуть-чуть своих докинь, 35, чуть-чуть. Ну да, в натуре, блядь, заеб. У меня нет слов. Да блядь. Что ты чё замолчал? Чё-то, видимо, докинули. Походу, докинули. Как вы знаете.
Что за акция? Ну это потому что замолчал. Задонатили, Бублик. Бля, постоянно ты приходишь, я говорю, что задонатили. Я реально не я. Это не мои деньги. Бублик, он просто 50 тысяч на Steam закинул. Я не мои, прикинь. Я... Хватит. Где вообще этот в чате Илья Джаст? Я ни разу не видел. Блять, нету Илья Джаст, блять. Ну, это что значит? Что это я? А ну да. Показывай донатор, блядь, донейшн алерты, блядь. Показывай. И чё ты там увидишь, блядь? Ну задонатил я сам себе, нахуй. И чё, блядь? Ручная отправка, блядь. Ну захотел я кейс открыть, иди нахуй. О, вау. Вот это вот. Хорош. Крутилка. Третий розовый за стартрек. Уже нормально пошло. Стартрек. А чё так сыпет-то? Схуяли баня загорелась через одно. 2300. 2300? За 700 и 500 рублей. Нормально, в принципе, чё? Заебись. Уже что-то пошло. Опа. 2200. Почему сыпет так? Хас, не продал, не накидывайте главное донатов. Верю. Я? Да, верю. Да, я верю. Ну, если нихуя не выпадет, футболку на следующую сотку захуярю. Ну, она грязная, пиздец. В смысле, ты ей полы уже? Или что? Что происходит? Почему она всегда супер грязная? Ну, прикинь, вот ты носил футболку, например, да? А потом ее убрал в стирку с другим грязным шмотком. Что думаешь с ней? Фу, это прям фу. А почему другие грязные шмотки ты постирал, а эту футболку нет? Тоже. Ну, она черная, черная не стирали еще, потому что цветное стирали, а черное я стирал недавно. А черное не цветное? Ну... Как тебе сказать? Вот тебе нравится красный цвет? Забанен. Да не, мне похуй, любой цвет прикольный. А если сочетание черного с красным? Черный с красным хорошо сочетается. Ну вот, супер сочетание. Вот. Иди стирай уже. Смотрите. Нормально. Сейчас еще четвертый выпадет. Вот и четвертый. И шот-то такая же. Надо еще пятого. Ну ты неправильно делаешь. Ну а как, блядь? Я не буду говорить. Иди нахуй. А как правильно, уёбище? Ну я не буду говорить. Ты меня нахуй посылал? Не посылал. Ты меня посылал нахуй только что минут назад. Иди нахуй. Вот тебе точно посылал. Это что-то новое? Ну я клип хоть могу посмотреть. Там Бьянка вроде сиськами крутит. Да я не буду смотреть, я женатый человек, мне это не интересно. Ну на очереди 20 снэкбайтов, на 15-м, кстати, перчатки падают. Обязательно, ну, конечно. Надо за футболкой идти, есть ощущение. Если давно есть пора. Реальное ощущение, что... Иди, не открывай, иди за футболкой. Сейчас? Да, иди. Короче, футболка грязная, с прошлого открытия. Поэтому я буду надевать ее на футболку, блядь. Так не сработает. Так не иди сработает. Иди нахуй, снимай сработает. Наушники. Нет, так не сработает. Нет, не сработает. Чел, я и так, меня сейчас хуёво навоняет грязным бельём, нет, блядь. Нет, стой, тебе тейку из ней сделать. Ты хочешь, ну, перчатки? Да. Тогда иди снимай футболку и надевай нормально. Ну что начинается, нормально же общались. Снимает? Ну, походу-то. Придурок, как же легко развести эту хуйню. И сразу же выпадает нож. Суки ебаные. Ты понимаешь, что ты просто грязный только что футболку надел на чистое тело? Я тебя в очко пристречу прям им своим так, чтоб яйца нахуй пролезли в жопу твою дверявую. Измазанную прям, измазанную хуйню. Да похуй, поебать. Спасибо. Кстати, прикольно такой переход. О, Куплинов задонатил. Спасибо за пятишку большое. Куплинов? Куплинов. А че он не Куплинов? Он Куплинов. Куплинов. Он Куплинов. Ну ладно. Это Забелюха, чел в грязной футболке сидит. Ну хотя бы так. Че ты разговариваешь? Начало что-то хоть попадать. Футболочка грязная пошла. Ну типа знаете именно, не грязь. Насколько? Ну что это? Да ну нахуй, это перчи. На, блядь. Ну и даже вроде не это в говно. Хорошо, это хорошо, это хорошо. Ну и все, кейсы купили только что. Хорошо! 38 тысяч рублей! Сюда, блять! Подождите, стоп, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я говорил, я когда 20 ключей купил, я говорил, на 15-м выпадет. Это 15-й. На очереди 20 снэкбайтов, на 15-м, кстати, перчатки падают. Его па...
подслушивает сраный Гейб. Ёбаный рот. Я тоже так хочу. Dude, it's very good. Look it awesome. Да, ебать, они выглядят сочно. Да, они красные, они типа универсальные такие перчи. Да. Ну? Красный с черным. Бля. Кстати. Что? Красный с черным. Красный с черным, бля. А, сегодня же мы обсуждали. Во время кейсов обсуждали. Бля, надо было обсуждать какой-нибудь градиент. Сейчас ты же понимаешь, ты футболку-то не снял, сейчас тебе еще обвалит. А может быть не обузить, лучше снять? Нет, пусть проваливает, похуй. А, здесь, по-моему, еще волны могут упасть, красный коготь. Ты реально рассчитываешь, что бэк-ту-бэк может быть за такое количество кейсов? Будет. Ага, поверил. Ну и бредятина. Отсылка на Шрека. Бля, ну нет, есть надежда у кого-то? Есть. Да. Братанчик. Братанчик, надежда есть, братанчик. Пока есть пивозавар, есть надежда. На ручье. А вот вообще. Что? Вот вообще. Нет, фастом не открываю, я вот эту хуйню не люблю. Это полная хуйня. Какое удовольствие будет открыть кейс. Еще семерка. Не срай, походу реально. Слышь, это какая-то хуйня. Да, слышь, не срай. Я же тебе говорил. Еще пиво на депло, я облить ее. 900 рублей. Ну, это, понимаете, это ее стоимость при покупке. Но она сейчас, она стоит... Инвестиция. Миллион. Футболка удачи. Сейчас чё? Что? Что? Лучшая футболка. Такую простую, она её сейчас продаст где-нибудь. Чё? Ой. Залял. Ну это пиздец говно, но это что? Ну они... Ты чё, прикалываешься? Потрёпанные. Ребята. Лучшая футболка. Ребята. Что происходит? Покупаем 12 все. Тысяч. Ну, 11 300. Мало, да, мало. Ну и предыдущие 40. 46, 47, 48, так 49, 50. На 51-м кейсе. 51, наоборот, это 15. А что это значит? Я говорил, я когда 20 ключей купил, я говорил, на 15-м выпадет. Это 15-й. Это уже надо еще раз. День 6. Осознание. Футболочка, давай работай. Для этого сюда сегодня пришли. Ты вот так вот кончилось, наверное. Вот это видел! Хорош! Увидели. Было бы охуенно отсюда получить нож. Вот из этого кейса. Бен. Зеленая бабочка, зеленая. Сегодня будет нож? Ну ебать, ты вообще в край обнаглел уже. Сам, блядь, отвечает. Что? Вы когда-нибудь видели, что красное пролетает и выпадает другое? Илюнь. От одного до реми. Инто римо азабаре до реми. Легендарные переходы, блядь. Да. Все. Recoil кейс пока что базу только наваливает. Ребят, чё-то это? Подспустили? Ну выдохлась футболка, запах выдохся. Ну я помнишь сказал, что она получше стала пахнуть? Ну вот я про это. Надо было насрать на нее. Да пивом облить, все. Просто куча говна именно вылетела. И знаешь еще, как Рэмбо, блять, говном измазать, ебало на. Вот эти две полоски, блять. Да. Надо было насрать на нее. Вот как. Обиделась. И больше никогда не выпадал нормальный дроп. Ебать! Вот это обидно! А вот нефиг было. Ну, она не прощает. Справедливо, вопрос. Ну да. Все. Финал. Только вопрос остается открытым, окупились ли они. Ну, на 1000 кейсов вряд ли. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. На Феню переходите. Всем пока.